Вот, народ, короче, начинаем свою тренировку. Это, считай, наша первая официальная тренировка сейчас будет. 10 минут разогрева будет. Где-то лучше будет, где-то около 10 минут. 5-10 минут примерно. На перемотку поставлю. Да. Потом начнем потихоньку тренировку, получается. Сперва будет, наверное, понемногу. Вот. Буду начинать на этой неделе постепенно, так медленно, так, чтобы не нагружаться, а потом со временем будет очень постепенно. Все, подписываемся на канал, ставим лайки, смотрим, оставляем свои комментарии, конечно, хорошие, приятные. Так, вот, разогрелся, вспотел понемногу, да? А теперь сейчас начнем процесс тренировки, получается. Всему понемногу будет, получается. Я где-то уже две или три, больше трех недель, по-моему, у меня был перерыв от тренировок. Получается, вот, я был в Одессе, в Кустанае, где-то две недели там побыл. Вот, получается, сейчас буду делать жим лежа сперва, где-то до отказа или 15 повторений, где-то там 40 или 50 килограмм буду поднимать, где-то на 15-16 повторений. Потом буду еще понемногу делать. Все, сейчас поехали, посмотрите. Это получается 15 килограмм, блины, 15, металлические. Это получается 10 килограмм. Я не хочу показывать. 10 килограмм. Когда напас пары делаете, более, знаете, удобно. Знаешь, сколько отдохнуть, например. Сейчас он сделал, потом меняемся, я делаю. И обратно то же самое. Небольшой отдых, где-то получается около 30 секунд. Там не больше. Я добавлю вес. И с одной стороны будет 25, с другой будет 25, получается. Двадцать пять будет полтинник. И, наверное, с этим весом буду работать сегодня. Это три подхода будет. Три подхода по 15 где-то повторений. Ну или. Делает Богдатский сейчас. На подстраховке. Желательно, чтобы всегда был на подстраховке кто-то. А то тяжко идет, когда делаешь. Вот примерно так наша тренировка идет своего. Вот так удобнее. Страховка. Thank you.
Давайте поделаем гипер экстендер. Пусть грудь передохнет. Руки тоже подустали чуток. Сейчас буду делать гипер экстендер. Теперь буду делать на гипер экстендер получается. Обычно я специально делаю 10-15 килограммовую гантельную динамику. Но у меня была травма, короче. Нос я именно на этой тренажерке не буду, я сломал, получается. После этого я перестал делать. Просто тупо делаю до отказа, пока поясница отказ не делает. Вот примерно сейчас посмотрите, как она выглядит отдельно. Получилось 25 повторений примерно. Итак, 3 подхода. Тоже до отказа. 25 повторений получается у меня до отказа. Я первый раз так сделал. Сейчас продолжим. Будем делать 3 подхода. Продолжаем. Держите поясницу прямо, короче, ровно. И подниматься желательно не до конца, опускаться до конца. Да, опускайся. Ага. И не до конца подниматься. Примерно вот так. Тогда будет работать чисто поясница. Продолжаем съемку. На телефон что-то батарейка садится у меня. Тренировка закончилась. У меня просто телефон сел в батарейке. Вот. Всем до скорой встречи, до новых встреч. Смотрите мои видосы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Оставляйте приятный отзыв, приятный комментарий. Всем пока, до новых встреч.